Очередная обновка на автомобильной дороге М7 «Волга». Мост через реку Ухтахма требовал реконструкции уже давно. Построили его 60 лет назад. За это время ремонт был однажды, да и то несущественный. Когда откладывать уже стало опасно, решено было провести капитальный ремонт сооружения. В пятницу работы проинспектировал Сергей Зобнин. Сейчас ремонт в самом разгаре. По контракту они начали 1 ноября 2016 года. Контракт работы разделены на два этапа. Первый этап – это 2016 год. Было освоено около 5 миллионов рублей. И вот 2017 год полный будет освоен около 90 миллионов рублей. Цена контракта – 95 миллионов рублей. Мост будет длиной 68 и шириной 11 метров. От старого останутся только промежуточные опоры. Сейчас рабочие как раз производят их усиление. Объект планируют сдать в конце года, так что работы еще много. Будут устроены два пешеходных перехода с обоих сторон. Будут устроены очистные современные сооружения в виде кассет, которые будут меняться, как вот в фильтрах, так скажем. Да? Очень большое внимание уделяется здесь экологии. Ведется экологический надзор во время строительства. Еженедельно там берется соответствующая организация пробы воздуха. Для того, чтобы движение транспорта на этом участке продолжилось, подрядная организация возвела дублирующий мост – временный. Объезд для автомобилистов обезопасили не только дорожными знаками, но и вот таким муляжом патрульной машины. Ночью маяки светятся, от настоящей не отличишь. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.